Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Радостное событие произошло в семье бывшей участницы группы «Тату» Лены Катиной, которая 11 июля родила второго ребенка. Об этом рассказал и ее муж-бизнесмен Дмитрий Спиридонов в соцсетях. «Сегодня в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене Катиной за сына. Люблю вас», — отметил счастливый отец. Мужчина был рядом с возлюбленной и поддерживал ее во время родов. Сама певица пока не выходила на связь с подписчиками. Оно и понятно, Лене еще нужно прийти в себя после родов. Напомню, у Лены Катиной уже есть сын Александр от первого брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Супруги были вместе около 9 лет. По словам певицы, муж не смог жить вдали от родины, и они расстались. О свадьбе Катиной и долларового миллионера Спиридонова стало известно в июне 2022 года. Пара обошлась без пышной свадьбы и скромно расписалась в ЗАГСе. Известно, что будущие супруги познакомились на вечеринке, где Катя выступала. Надо отметить, что тогда Дмитрий переживал непростой период жизни. Несколько лет назад у него диагностировали рак щитовидной железы, а в прошлом году случился рецидив. Тем не менее, это не остановило Дмитрия сделать предложение возлюбленной. Спиридонов тогда признался, что любимая помогла ему в борьбе с онкологическим заболеванием. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!